Так. Я тебе купил вот это. Это что? Вот это купил себе. Потом я постоял над ними. Над ними? Над этим. Над этим. И подумал, решил взять коллекцию. А вдруг тебе не понравится цвет? И взял еще одни такие же. Вот. Потом подумал, вдруг тебе эти не понравятся. И взял еще один цвет. Я подумал, вдруг тебе не понравятся эти два цвета. И взял еще один. Вот. Мой, с днем рождения. Я не знаю, что там внутри пакета Аудион. Ты сейчас распакуешь, посмотришь. Мне сказали, что... За ними гоняется вся Москва, и их не достать. Но теперь, пускай не гоняется Москва, Москва, знай, они у меня. Можно кое-что? Да, открывай. Ой, девочка. Вообще. То есть тебе нравится сразу первое? Можно было один взять? Нет! Ты знаешь, ну такой цвет, знаешь, он такой капризный. Ну, это уже розовая маечка. Не под все подойдет. Ну, что там еще есть? Так. Мальчики выкрасили. Это более классический. Но тоже, знаешь, вот тут синяя сена. Не надо, к черному не подойдет. Это новое, что ли? Это новое коллекционное. Ну, я тебе говорил, мне мама спокойно. Вот то, что надо. Да. Готов четвертый пакет. Я только говорю. Я это все заберу, все пакеты, это все бантики мои, я их храню. Да, я тоже, я такой же. Я вообще, я плюш. Пакетики. О, вот они! Вот, видишь? Реально самые крутые. Солнце. Да. Ой, я тебя люблю. Спасибо. Вообще просто. Вообще, как всегда. Спасибо! Реально, это так нельзя. Это нельзя. Все. Ольга Бузова и Индахаус. Да. Мы дома. Мы на месте. Всю. Всем пиздец. Сейчас еще новые кроссовки. Я как побегу на них. Полечу. По маслу так, просто. По Москве. По миру.